Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илья Пономаренко, и я помогаю русскоговорящему населению Германии создавать и раскручивать прибыльный бизнес в Германии, увеличивать поток клиентов и прибыли от бизнеса в Германии, если он у вас уже таковой имеется, или просто находить хорошую, достойную работу. Вы смотрите рубрику, которая называется «Стратегии, бизнес-маркетинг и реклама в Германии». Сегодня я хочу поговорить о Фейсбуке как инструменте вашего продвижения, точнее продвижения вашего бизнеса. Скажите мне, пожалуйста, в комментариях прямо под этим видео, используете ли вы уже Facebook и как вы его используете? Потому что это очень важный в наши актуальные дни инструмент для продвижения вашего бизнеса, ваших товаров и ваших услуг. Возьмем живой пример. Есть такой человек, которого зовут Владислав Рогожин. Это мой кузен. Он открыл здесь, в Германии, сообщество, спортивное сообщество, и он занимается интеграцией иностранцев в немецкую культуру через спорт. Ну, это, насколько я помню, была, по крайней мере, его целью. Так вот, раскрутил он это свое сообщество только благодаря Фейсбуку, точнее, в основном благодаря Фейсбуку. Это были его собственные слова. А сейчас я вам покажу его страничку на Фейсбуке. А можете зайти сами посмотреть. А вот, как вы видите, здесь что он делает? Он просто берет и постует, выставляет каждый день на Фейсбуке в течение дня несколько сообщений, делает несколько постов, где он ставит просто фотографии их групп детских, да, как они тренируются, какие успехи у них уже, чего они достигли, какие планы на будущее, когда будут соревнования и вот все такие вещи. То есть он показывает через Facebook жизнь его этого сообщества, жизнь, что она кипит, что там что-то происходит, и людям нравится наблюдать на все это со стороны. Через Facebook он нашел много интересных контактов, он заключил какие-то там партнерские соглашения. Так вот, я хочу вам порекомендовать использовать этот инструмент в вашем бизнесе, если вы этого еще не делаете. Даже если у вас простая закусочная, простая шашлычная, если у вас какой-то, я не знаю, бутик, магазин и так далее и тому подобное, пользуйтесь Фейсбуком, пользуйтесь обязательно Фейсбуком и всеми другими социальными сетями. Если вы знаете, на Фейсбуке можно писать отзывы, можно писать комментарии. Люди, если у вас что-то попробовали, они могут это сфотографировать, поставить это, например, в Инстаграм или Фейсбук и сделать пометку, что они были у вас, они это приобрели у вас в вашем месте. Они могут вас посоветовать через социальную сеть. Таким образом, вы получите мощный поток клиентов, на абсолютно, ну, не тратя на это денег. То есть вы просто можете получить бесплатный поток трафика через интернет. Как вам это сделать? Если, например, у вас какая-то шашлычная, какая-то закусочная, вы можете каждый день ставить фотографии того, что вы приготавливаете. Вы можете включить людей в процесс, чтобы они наблюдали на вас со стороны, как вы готовите пищу, как у вас проходит день, какие клиенты. Делать фотографии с клиентами. Возможно, даже вы можете попросить людей, которые у вас что-то купили, что-то съели, и им это понравилось, вы можете взять у них отзыв, видеоотзыв, просто коротких, несколько предложение вы можете снять на ваш телефон и затем поставить это в интернет, поставить это в YouTube, поставить это в Instagram, в любую вашу социальную сеть, а лучше во все сети, социальные сети сразу. И таким образом вы будете показывать людям, что вы есть, к вам приходят люди, у вас идет бизнес, у вас вкусно, вы вкусно готовите. И люди довольны. Вы таким образом получите такой некий social proof, как это называется, социальные доказательства. И все у вас будет круто и хорошо. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, и вы внедрите эту стратегию в ваш бизнес. Прямо сегодня, прямо сейчас возьмите, если у вас нет до сих пор еще на Фейсбуке вашей официальной фирменной странички, прямо сейчас возьмите, зайдите и заведите себе официальную страничку на Фейсбуке и начните ваше продвижение
продвижения вашего бизнеса через Facebook. Если у вас есть какие-то вопросы по бизнесу, маркетингу и рекламе в Германии, если вам интересно, как вы можете получать больше клиентов и больше прибыли от вашего бизнеса, если вообще, в принципе, у вас есть какие-то вопросы по предпринимательской деятельности в Германии, не стесняйтесь, пишите прямо под этим видео в комментариях все ваши вопросы, что у вас болит, что вам интересно, я постараюсь вам ответить. Также, если вам интересна персональная работа со мной, то вы можете написать мне в социальных сетях в личку или заходите на мой сайт ilyapanomarenko.com и там вы можете в разделе «Услугах» или через «Контакты» как-то со мной связаться и сделать запрос, описать вашу проблему, и мы с вами обсудим дальнейшие условия нашей совместной работы. Добавляйтесь ко мне в друзья в социальных сетях. Все ссылки на Facebook, Instagram, на Одноклассники, все ссылки на мои социальные сети вы также найдете прямо под этим видео. И не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вам хочется и дальше смотреть и получать полезные видео по бизнесу и маркетингу в Германии. Вот, собственно говоря, и все. Я желаю вам успехов и продуктивного, рабочего и прибыльного дня. С вами был Илья Пономаренко и до новых встреч. Пока!